мы продолжаем удивлять своих клиентов. Возьми займ и выиграй путевку в лето. Отличные наличные. С заботой о клиентах. Накануне в Туве прошел завершающий этап всеармейских соревнований – военное ралли. Главные действующие лица – это профессионалы, опытные экипажи военных водителей. Представляют самые маневренные наземные подразделения Вооруженных сил России. 6 команд от Центрального, Южного, Западного и Восточного военных округов, Северного флота и воздушно-десантных войск. Заявлено 90 военных спортсменов, работают в условиях, максимально приближенных к боевым. На скорости проходят пересеченную местность с естественными и искусственными препятствиями на трассах горного полигона. В 8 утра все 30 автомобилей, по 5 от каждой команды, это бронированные «Тигры», грузовые автомобили «КамАЗ» и «Урал», стартовали от угольного разреза «Кахемский». По правилам командной гонки экипаж не должен превышать скоростной режим. Кроме того, участникам команд нужно максимально быстро, а главное без каких-либо повреждений, проехать более 150 километров до финиша, который был организован в местечке Тозбулак. По прибытию экипажей к финишу глава Тувы смог сам оценить бронированный военный автомобиль «Тигр». После каждого старта у них целая там плеяда проблем появляется, которые нужно разрешать. Это нам кажется, что вроде бы как мы ведем разговор только о соревнованиях, а на самом деле это касается жизни людей, на самом деле это касается той функции армии, которая касается защиты рубежей Родины. Вот. «Тигр», на котором я проехался, когда я служил в армии, такой машины не было. Поэтому он мне очень интересен. «КамАЗы», «Уралы», я очень знаком с этими машинами. А вот эта машина для меня, конечно, это приятная новость. Я прокатился, вижу, что машина очень комфортная для езды. У него есть гидроусилитель руля, у него практически скорости довольно-таки резвые и хорошие. То, что вот такая бронированная машина, она очень легка в движении. По итогам командной гонки третье место – Западный военный округ, второе место занял Северный флот, ну а первое место завоевала команда Центрального военного округа. Отметим, итоги соревнований будут подведены на торжественном закрытии всеармейского военного ралли, который состоится сегодня на площади Арата. В ходе церемонии состоится награждение победителей и призеров. Также в честь гостей и участников конкурса запланировано выступление сводного духового военного оркестра Министерства обороны России и Центрального военного округа, духового оркестра правительства республики, народных и заслуженных артистов Тувы, волонтеров и активистов республики. Церемония закрытия всеармейского этапа конкурса «Военное ралли» завершится праздничным салютом, который состоится в 22 часа. 12 июня вся страна будет праздновать День России. Это государственный праздник, официальный выходной день в стране. Он символизирует свободу и единение нации. В народе этот день часто называют Днем независимости России. Во всех регионах страны 12 июня проходят праздничные мероприятия. Устраиваются развлекательные программы. В Кызыле праздничные мероприятия, посвященные Дню России, начнутся в 9 утра с церемонии торжественного поднятия государственного флага России на площади Арата у Дома правительства республики. Далее будет вручение паспортов юным гражданам города Кызыла в рамках акции «Мы граждане России». Принесение присяги на получение гражданства и патриотическая акция «Триколор». С 15 часов в молодежном парке столицы пройдут комплексные мероприятия, посвященные празднованию Дня России с привлечением национальных диаспор. Праздничный концерт, подворье национальных диаспор, выставка фотографий «Моя страна», национальные игры, презентация своей страны,
мастер-классы, конкурсы и национальные игры. Мэрия города предупреждает жителей Кызыла о перекрытии улиц в связи с праздничными мероприятиями. Так, 12 июня с 12 до 20 часов запланировано временное перекрытие движения транспортных средств по улице Предмостная от пересечения с Ленина до пересечения с улицей Кочетова. 12 июня в Кызыле начнутся гидравлические испытания. Во время испытаний в городе не будет 3 дня горячей воды. С 12 по 15 июня запланированы гидравлические испытания тепловой магистрали. Мероприятия позволяют выявить наиболее изношенные участки сетей и предотвратить появление повреждений во время отопительного сезона. До начала гидравлических испытаний управляющие компании должны закрыть доступ трубопроводов к тепловым сетям. Горячее водоснабжение будет отключено в вечернее время 12 июня и до 0 часов 15 июня. Таким образом, горячей воды в столице, увы, не будет 3 дня. В АО «Кызыльская ТЭЦ» напоминают, что это не означает, что к указанному времени вода должна появиться у всех. Подключение будет производиться поэтапно. Служба по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Тувы в целях контроля за обстановкой на территории набережной города Кызыла, также профилактики распития спиртных напитков в береговой зоне реки Енисей и недопущения нахождения несовершеннолетних лиц без сопровождения взрослых проводят патрулирование на участке скульптурный комплекс «Центр Азии», велодорожка, коммунальный мост. За несколько дней рейда выявлены лица, употребляющие спиртные напитки непосредственно вблизи Енисея. С береговой зоны были выведены более 40 человек. Патрулирование береговой зоны будут проходить каждые выходные и праздничные дни до окончания купального сезона. Общероссийский народный фронт запускает горячую линию для приема сообщений о фактах завышения цен на топливо, в том числе и газомоторное. Жалобы будут приниматься по телефону, электронной почте, а также посредством заполнения онлайн-анкеты на сайте ОНФ. Активисты ОНФ всесторонне изучают проблему. С помощью обратной связи граждан информация будет подкреплена конкретными жалобами и материалами с информацией о цене топлива на разных АЗС по всей России. Вся собранная информация будет передана в правительство страны и Федеральную антимонопольную службу России. Общественный мониторинг цен на топливо позволит получить информацию из первых рук, отразив реальную ситуацию на местах. И о курсах валют. Доллар стоит 62 рубля 67 копеек, евро 73 рубля 73 копейки. Игра перешла в реальность. Horror Quest Black Hole. Жутко страшно. 999-999-1317. Возрастные ограничения 18+. Еженедельная газета «Тува ТВ» – это всегда свежая и актуальная информация. Программа передач на неделю, тибетские и астрологические гороскопы, множество рубрик на различные темы, все для досуга и развлечений и огромное количество объявлений. Рынок республики в еженедельнике «Тува ТВ». Если объявление, то Тува ТВ. Республиканская школа-интернат «Тувинский кадетский корпус» объявляет о проведении набора в 5 классы на 100 мест, 10 класс на 20 мест, согласно графику приема. Приемной комиссии на заявительной основе от родителей принимается пакет документов выпускников 4 и 9 классов текущего учебного года «Мальчики» для участия в индивидуальном отборе в кадетские классы. В учреждении созданы условия для качественного образования по общеобразовательным дисциплинам – математике, физике, истории, дополнительного образования по огневой и строевой подготовке, военной топографии, кадетскому хору, вальсу и другим общеразвивающим программам дополнительного образования по интересам воспитанников. Отмечается, что при зачислении преимущественное право имеют дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети многодетных семей, также семей с низкими доходами – при наличии соответствующего документального подтверждения согласно правилам приема.
В рамках мероприятий по совершенствованию раннего выявления злокачественных новообразований на базе Роснаркодиспансера состоялся обучающий семинар для специалистов лабораторной службы, занимающихся цитологическим скринингом рака шейки матки. Его целью стало увеличение эффективности цитологического скрининга при ранней диагностике данного вида рака. Участие в семинаре приняли более 40 специалистов лабораторной службы города и районов республики, занимающиеся цитологическими исследованиями. Также в рамках семинара прошел мастер-класс по обучению технике окраски мазков по методу Папа-Николау, который провела специалист по вопросам гематологии и цитологии из Санкт-Петербурга. Она ознакомила слушателей со спецификой данной методики окраски и интерпретации полученной цитологической картины. Спонсор прогноза погоды – КПК СССР. КПК СССР предлагает жителям Тувы заключать максимально выгодные договоры. Уже сотни семей, присоединившихся к движению кооперации, получают ежемесячную прибыль и знают, что в любой ситуации они могут положиться на компанию и получить заем быстро. Под удобный процент и без сбора пакета документов. Внимание! Впервые народные деньги объявляют акцию 10 на 10 за 10. Займ 10 тысяч на 10 дней. Переплата всего 10 рублей. Ты еще не был у нас? Самое время заглянуть в народные деньги. Такого еще не было. В ближайшие сутки по республике Тыва ожидается переменная облачность, местами дожди, грозы. В Кызыле переменная облачность, без осадков, возможно, гроза. Ветер северо-восточный 3,8 метров в секунду. Временами порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12, плюс 14, днем плюс 30, плюс 32 градуса. Внимание! Впервые народные деньги объявляют акцию 10 на 10 за 10. Переплата всего 1 рубль в день. Народные деньги. Такого еще не было.